Здравствуйте, дядя Игорь, дядя Валя и дядя Саша. Вопреки вашим опасениям сообщаю, что живу я хорошо. Пока живу. Дальше будет еще лучше, потому что уже 3 недели, как я принят в бандеровцы. А как иначе? Иначе у нас в Украине карьеры не сделать. Хотя что я вам рассказываю, вы и так все знаете. Зарплата у меня маленькая, но это не главное. Ведь нам разрешили отбирать деньги и имущество у русских. Раньше можно было и у евреев. Но потом пришел главный бандеровец Коломойский и запретил. Я, например, сейчас учу английский язык, чтобы забыть русский. В этом мне помогают американские наемники, которые у нас тут на каждом шагу. Знаете, я женился во второй раз на Вадике. Для нас, европейцев, это нормально. Сегодня наш президент, ну, самый главный, который у нас, самый главный президент, Барак Обама, пообещал, что мы скоро вступим в НАТО. Пока, естественно, на правах американского прихвостня. Если есть возможность, друзья, вышлите, пожалуйста, мне книгу Гитлера «Майн Кампф». А то у нас разметают. Бывало, утром выхожу на балкон и начинаю делать зарядку. От сердца к солнцу, вот так. Ну, что я вам рассказываю, вы же так все знаете.